Каждая копейка на счету у простого пенсионера. Так, скидка в 5%, появившаяся благодаря инициативе губернатора Московской области, пришлась жителям Подмосковья весьма кстати. Акция действует в наиболее популярных сетевых магазинах. Как реализуются условия скидки в Щелковском районе, решили проверить представители местного отделения фракции «Единая Россия» и «Молодой гвардии». В магазине «Пятерочка» на улице Шмидта глава района Надежда Суровцева, пообщавшись с посетителями, выяснила, что, к сожалению, в данный момент о наличии скидки знает далеко не каждый. Многие пенсионеры небольших стикеров просто не замечают. Мы-то вот не знаем, я, например, не касалась никогда. Вот если бы вы не сказали... Топал двери, да, ну да, чисто визуально, психологически проходишь дверь, это объявление не видишь, его видно только на выходе. И здесь вот эти вот значки о скидке, они теряются в многообразии всей остальной информационной вот такой вот. И видите, вот люди, которые даже обслуживаются в вашем магазине, они как бы об этой скидке не знают. Несмотря на такой недостаток, в целом условия акции в магазине соблюдаются исправно. Получить скидку может каждый житель, предоставив пенсионное удостоверение или социальную карту. Заветные часы установлены акцией с 9 до 13.00. В магазине «Дикси» на улице Комарова побывали щелковские молодогвардейцы. Здесь сразу бросилось в глаза отсутствие специальных стикеров, оповещающих об акции. Правда, при этом кассиры лично рассказывают посетителям о положенной им скидке. Активистами молодой гвардии Щелковского отделения были проведена акция по проверке 5% скидки. Как же выполняется данная программа, поставленная губернатором Московской области? Сегодня мы проверили магазин «Дикси». Нами был выведен один недочет – отсутствие образцов стикеров. Зато в магазине действует другой серьезный бонус. Ежедневная акция длится на час дольше – с 9 утра до 14.00. Чтобы воспользоваться скидкой, мог успеть каждый. Данная акция проходит в будние дни с 9 до часу, но мы увеличили на 1 час до 14.00, так как проходимость в магазине большая и не каждый успевает в данный промежуток времени приобрести товар по акции со скидочкой. Молоко, яйца, курица и другие продукты первой необходимости. Очень внимательно товары выбирает Валентина Орлова. Главный критерий прост – подешевле. Ходит исключительно в магазины, где действует акция. Скидка – это, конечно, полезно, потому что она, в общем-то, чувствительна при нынешних ценах. То есть, если я раз в 2 дня это точно хожу в магазин, конечно, она чувствительна, эта скидка. Все-таки, когда берешь, вон, почти на 1000, уже 40 с лишним рублей сбрасывают. Конечно, выгодно. В ходе проверки представитель молодой гвардии выявил еще один положительный момент. Несколько продуктов, найденных в магазине, производятся на территории Московской области. При проверке магазина мы выявили несколько товаров, произведенных в Московской области. Например, такие как Раменский район Московской области, производитель курицы петелинки и других продуктов. В целом участники проверки условиями акции остались довольны. Сейчас скидка для пенсионеров предоставляется в магазинах «Перекресток», а так «Пятерочка», «Дикси», «Магнит», «Верный», «Глобус» и «Рось». Дисконтная программа распространяется на все группы товаров, кроме алкогольной и табачной продукции, а также позиции, заявленных в промо-акциях. Александра Гранич, Игорь Поляков, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».